Обзор газеты «Тюменская область сегодня» за четверг, 12 октября. Полмиллиона школьников региона занимаются спортом. О лучших спортсменах и их наставниках, награжденных премией «Тюменская область» «Здесь учат побеждать», читайте в газете. На этой неделе в Юргенском районе и Заводоуковске открыты новые производства индейки. В субботу в Сочи и Москве стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Если вам интересна тема начисления платы за капитальный ремонт, что входит в набор социальных услуг и из чего складывается учительская пенсия, для вас ответы специалистов под рубрикой «Кошелек». Вместе с детьми почитайте детскую страницу и примите участие в конкурсе. И самое главное, определите планы на выходные. Уважаемые читатели, напишите нам о том, что вы хотите видеть в газете. Анкета читателя на 10-й полосе. И напоминаем, что продолжается подписка на газету «Тюменская область сегодня». До конца этой недели действует льготная цена.